Ты выбираешь женщину раз в сутком. Не сердцем и не голосом души. От этого мне делается жутко. Как так умеют люди? Расскажи. Она должна быть стройной и покорной, предельно ясной в мыслях и словах, и волосы постриженные ровно, должны лежать покорно на плечах. Она должна всегда вставать с рассветом, готовить чай, поливать цветы и соблюдать любые этикеты в любое время, как захочешь ты. Но это не пойдет к тебе, босая по снегу, дожидаться у ворот. Не станет мокнуть, стоя у трамвая, забыв в квартире курточку и зонт. Не постучится в дверь в ночи глубокой, сказать, что без тебя нельзя дышать. И если надо, станет очень строгой. И если надо, доброй, словно мать. И горько мне от этой дешевизны, набрав в ладонь посредственный букет, ты выбираешь женщину для жизни, как выбирают пищу на обед.